Сегодня мы, я так хочу сказать, в очередной раз подписываем соглашение с нашим постоянным партнером Ростерминал Уголь, открытое акционерное общество. Один, напомню, из первых терминалов, который был построен в порту Услуга. Один из самых наших надежных друзей, помощников в социально-экономическом партнерстве между Кингисеппским районом и Ростерминалом Углем. У нас уже сложились традиции, мы ежегодно подписываем соглашение на основании решений совета директоров, акционеров компании, принимаются такие решения. И традиционно Ростерминал Уголь поддерживает в основном в данном соглашении развитие спорта. Но мы знаем, что Ростерминал Уголь на этом никогда не останавливается. Есть еще свои локальные программы и в здравоохранении, и в других социальных проектах, которые делает компания непосредственно в своем коллективе. Также стабильно, как и Еврохим Фосфорит, как Новотек, Ростерминал Уголь является нашим, подчеркну еще раз, очень значимым партнером. И в рамках сотрудничества в 2016 году деньги также будут выделены в данном соглашении на поддержку развития футбола в Кингисеппском районе, как взрослой команды, так и детей. Мы продолжим строительство административного здания в парке Романовка. Напомню, что уже несколько лет целевые деньги выделяются компанией «Ростерминал Уголь» для реализации этого проекта. Мы движемся не очень быстро, потому что деньги, средства ограничены ежегодно, но в этом году мы полностью закроем контур здания. В этом году мы его уже оштукатурим. В этом году будут подведены коммуникации, все, вода, электричество, и начнем делать внутреннюю отделку. Десять миллионов рублей. Ну и мы очень этого ждали. Уже время, на дворе весна, надо и футбол играть, и здания строить. Поэтому мы надеемся, наверное, можно, Евгений Григорьевич, сказать, что у нас в этом году еще будет большое событие. Юбилейная дата Ростерминала Уголь будет отмечать у нас в городе Кингисеппе. По просьбе акционерного общества Ростерминал Уголь мы перенесли празднование Дня города с второго выходного дня июня на 2 июля. 2 июля мы будем праздновать и День города, и юбилейную 20-летие, да, юбилейную дату. И День морского флота заодно. И, конечно, хочется сказать, что с учетом сегодняшнего соглашения подписанного, с учетом того, что Ростерминал Уголь будет организовать такой большой шикарный праздник, так и хочется сказать, что 2016 год Ростерминал Уголь на территории Кингисеппского района, потому что на самом деле юбилейный еще компании, как вертикальная компания, 20 лет. Поэтому мы еще и до этого, и после этого будем организовывать какие-то городские там мероприятия, детские. Там. Ну, всех не обеспечиваем. Вы очень активно помогаете. Еще раз огромное спасибо компании, руководству. Вот, спасибо всем.